Сборная команда Узбекистана открывает выступление во второй группе. Самира Амирова, Валерия Давыдова, Луиза Ганиева и Зарина Курбанова. Мария Растабурова еще есть, шестая в этой сборной. Ну, вы знаете, что по 5 спортсменок принимают участие в выступлении. Можно менять. Пожалуйста. Большая помарочка была. Хороший темп. Синхронное исполнение фуэте. Не совсем синхронной получилась ловля предмета. Здесь намного четче. И здесь все неплохо. Ну что, молодцы, молодцы спортсменки Узбекистана. Еще раз представлю эту сборную. Самира Амирова, Валерия Давыдова, Луиза Ганиева, Зарина Курбанова и Марта Растабурова. Запасная. Да, непослушный, конечно, предмет, лента. Не всегда она приземляется, лента, туда, куда ее отправляют спортсменки. По плану, по замыслу, да, вот приходится подстраиваться. Иногда бежать за предметом. Ну, сборная команды Германии. Сборная команды Германии, естественно, взрыв эмоций. Анастасия Хмельницкая, Даниэла Потапова, Дарья Сафудинова, Юля Ставицкая. Так, Рана Токмак и Халцевич, Зина Халцевич. Одни немки. Но дома и стены должны помогать.
пока выступает сборная Германии. Жду появления оценок сборной Узбекистана, чтобы провести такой сравнительный анализ по группам. Сборная Узбекистана, несомненно, сильная команда. Но я уже говорил, что кроме узбекской сборной, и здесь еще команда Болгарии, команда Украины, команда Азербайджана. Но выступление сборной Узбекистана таким оселком должно стать для сравнения оценок. С задержкой, по-моему, в секунду полторы был выполнен этот элемент. Второй обруч гораздо позже достиг адресата, нежели следовало. Хотя, может быть, так в карте записано, не знаю. Но мне показалось, что был такой рассинхрон, самый настоящий. Так, сборная команда Узбекистана получает оценку 15,7. 15,7 – это оценка хуже, чем у сборной команды Финляндии, выступавшей в первой группе, и финки были седьмыми. Ну, я имею в виду оценку вот только в этом упражнении. Значит, сборная Узбекистана, если бы выступала в общем потоке, была бы на восьмом месте после сборной Финляндии. Вот после первой части упражнений, после первой программы. Данила Потапова, Дара Сайфутдинова, Юлия Ставицкая, Сина Колчевич и Зурана Цокмак. Вот это вот «and Рана Токмак» мне напомнило старый-старый такой анекдот, когда мужчина, времен советской власти такой еще анекдот, когда мужчина приходит в магазин и говорит: мне, пожалуйста, батончик хлеба, and 300 грамм колбаски, and пакетик молока. Ничего, что я по-английски. Вот это вот сейчас после перечисления русских фамилий, славянских фамилий, and Рана Токмак. Так, оценка сборной Узбекистана, я вам ее уже объявил, 15,7. Так, команда Франции. Второй раз на этом чемпионате звучит «Болеро» Равеля. Совершенно бесподобный образ создала Маргарита Мамун, используя эту музыку. Была ошибка сейчас в ловле предмета у француженок. Син Шаруа, Элен Шабер, Саман Аи, Марин Летюль. И вновь была ошибка. Не послушался снаряд. Пришлось его возвращать к жизни.
Так, по рисунку все довольно четко. Так, во второй группе будут выступать, ну, кроме тех команд, которые уже выступили, сборная команда Франции. Она сейчас на ковре. Греции, Японии, Кореи. Сборная Польши будет представлена. Португалии, Украины, ну, я уже сказал, и Болгарии. Team Azerbaijan 16 916 тысячных балла. Это оценка сборной команды Германии. И если сравнивать ее с другими оценками, то, в общем, не самые высокие баллы за выступление с булавами и обручем показали немки. Они были бы на восьмой позиции, если бы выступали в первой группе. Ну и вот сейчас сборная команда Азербайджана. Это серьезные соперницы. В составе сборной Азербайджана Сабина Аббасова, Диана Доман, Айнур Мустафаева, Александра Платонова и Сляна Васильева. Хороший темп выступления, но музыка диктует. Здорово. Очень интересный элемент. Да, конечно, вот то, что судьи выставляют оценки после выступления следующего спортсмена или следующей команды. Ну да, наверное, это такой элемент интриги здесь присутствует, но очень хотелось бы, конечно, оценки узнавать сразу. Ну что делать? Такие условия. Такие условия. С этим надо смириться.
Напомню, дорогие друзья, завтра мы с вами станем свидетелями командных соревнований, где будут разыграны золотые медали в упражнениях с 5 лентами и 6 булав и 2 обруча. Завтра 2 золотые награды будут разыграны. Пока, напомню, все золото мира у сборной России. Только можно догадаться, что на двух уровнях вот этот вот элемент был исполнен, стоя и лежа. Уж, конечно, вот с этого плана, с камеры сверху, из-под потолка сложно что-то понять. Ну ладно, не буду на этом больше заострять ваше внимание. Думаю, вы и без меня с этим разберетесь. Сборная команда, сборная команда Франции сейчас оценку свою получит, а готовится сборная команда Болгарии. Так, 16-133 оценка француженок. Больше им поставили, чем сборная Узбекистана. Сборная Болгарии. Одна из мощнейших школ художественной гимнастики вообще в истории этого вида спорта. Мы говорим о том, что да, это вид спорта, который зародился в нашей стране. Это наш родной, и никто не может посягнуть на первородство. Но вот сборная команда Болгарии, вообще болгарская школа художественной гимнастики, долгие годы была одной из сильнейших на планете. И в 60-е, и в 70-е годы болгарки блистали и в групповых, и в индивидуальных соревнованиях. Ну, сейчас, наверное, вот все-таки в индивидуальных соревнованиях нет такого высокого уровня, такого высокого класса. А в групповых болгарки по-прежнему сильны. Хотя вот та же Владинова завоевала путевку на Олимпиаду. Вчера мы об этом говорили. Болгарскую школу всегда отличала особая работа с предметом и сложность, и аккуратность, и четкость исполнения. Я уже вспоминал, что в свое время Ирина Александровна Винер пригласила вот конкретно для этой работы в сборную одну из лучших болгарских специалисток, Люси Димитрову, которая до сих пор работает с нашей команде по работе с предметом. Такая фирменная черточка болгарской школы. Но сейчас у нас был момент, за который судьи могли бы придраться. Наверняка это будет, но посмотрим.
закончили болгарки свое выступление, а вот сборная Азербайджана 16-866 поставили судьи такую оценку. И, вы знаете, азербайджанские спортсменки сейчас уступают вот во второй группе первую позицию немкам. Напомню, у немок 16-916, у азербайджанок 16-866. И те, и другие выполняли упражнения с булавами и лентами. Ой, с булавами и обручем. Так что, конечно, в их взаимоотношениях многое будет зависеть от того, как они исполнят программу с лентой. Очень-очень, на мой взгляд, важные баллы должны появиться вот после выступления следующей команды. Ну, это вот мы видим сейчас с вами момент выступления сборной команды Азербайджана. А почему после следующей? Потому что тогда появятся оценки сборной команды Белоруссии. Мы с вами уже сможем, ну, более или менее четко. Вот, дорогие друзья, Мария Гигова на ваших экранах. Неоднократная чемпионка мира, легенда мировой художественной гимнастики из Болгарии. Вот она руководит техкомом. Сейчас внимательно отслеживает. Очаровательная, конечно, дама на командном кубке в Казани, который проходил в прошлом году, там за месяц до чемпионата мира в Измире. Довелось мне вместе с ней поработать, прокомментировать с удовольствием. Большим, с огромным, с колоссальным удовольствием я это делал, потому что, знаете, вот есть такие спортсменки, о которых ты знаешь с детства и даже представить себе не можешь, что когда-нибудь тебя судьба с ними сведет. В том числе вот и у микрофона. Ну вот такой шанс мне предоставился, я им воспользовался. Могу теперь с гордостью говорить, что знаком с самой Марией Гигой. Большой друг нашей страны, вообще просто очень позитивный человек. Хотя, наверное, все те, кто занимаются спортивной гимнастикой, все априори позитивны. Ну как можно быть не позитивным, занимаясь таким прекрасным видом спорта? Так, это было выступление сборной Азербайджана. И, судя по всему, азербайджанки опять подали протест. Вчера было два протеста от Азербайджана. Сегодня. Сейчас внимательно, внимательно изучают. Но вчера азербайджанки напросились. Вчера, когда они подали протест, там полбалла было снято даже. Ну, хорошее настроение у зрительниц, почему бы нет? Ну, наверняка поклонницы сборной Испании, судя по цветам. Так, ну что сейчас скажет строгая судейская комиссия? Ну, пока сборная команда Польши готовится к выступлению. Тут у нас возникла небольшая пауза. Ну, такое бывает. Такое бывает. Ничего страшного в этом нет. Сейчас узнаем, каково же решение. Будет ли удовлетворен протест азербайджанской сборной? Кого прячется эта бедная японка? Чего она боится? Так. Так, 16-866.
6. Ну а что, собственно, изменилось? Ничего не изменилось. Какой была оценка, такой и осталась. Сборная команда Польши. Катаржина Ивановска, Адриана Шатан, Юлия Дерус. Так, Лилиана Вальчик, по-моему, или... Юлия Новоджинская в составе. Нет, Вальчик, по-моему, в запасе осталось. И сразу начинают польки с несинхронной работы с предметами. То, что касается ловли. Это отработали. Так, появилась оценка сборной команды Болгарии 17783. То есть 17783 они были бы вторыми за сборной командой России, потому что их оценка выше, чем у сборной Испании, выступавшей в первой группе и получившей вот оценку 17450 тысячных балла. Болгарки превзошли результат испанок. Напомню, что у испанок и во втором упражнении была оценка 17450 тысячных. Так, почти полбалла проигрывают вот в этом упражнении. А по итогам этого упражнения болгарки. Ну, чтобы себя полностью обезопасить и быть совершенно спокойными и завоевать сборной Болгарии, завоевать золото, им нужно совершить чудо, подвиг. Им нужно набирать во втором упражнении, получать 19 баллов. Не знаю, насколько это вероятно. Ну, чудеса в жизни бывают. Закончила выступление сборная команда Польши. Шероховатостей тут хватало. Ну, хватало шероховатостей, но в то же время и довольно эффектных связок хватало. Так, 17783, вот мы видим с вами оценку сборной команды Болгарии. Сборная Португалии. Португалки начинают с упражнения с лентами.
португальский вариант птицы тройки. Изобразили. Не знаю, дорогие друзья, вот сейчас смотрю внимательно за выступлением сборной команды Португалии. Не хочу, конечно, никого обидеть, но вот такое сравнение напрашивается. Ну вот, девчонки из художественной самодеятельности. Вообще никакой сложности вот такой, даже в хореографическом плане, вот в танцевальном. Мы с вами не увидели, но да, каждый выступает в меру своих возможностей, способностей. Мария Коста, Инес Нейва, Инес Пиньо, Саския Триго и Инес Вентура. Вот сразу три Инесы, вот на пять человек. Ну, сейчас посмотрим. Мне, конечно, очень хочется дождаться оценок сборной Португалии. Интересно, сколько поставят судьи вот за такую хореографию. Сборная Польши получает 15,33 тысячных. Representing Japan, Team Japan. Ну, это в первой группе. Хуже были результаты только у сборной Египта и Мексики. Ну, сборная Японии. Ну, здесь гарантированно должно быть темповое выступление. Не, ну если поет Битлз, надо априори молчать.
Ну, дорогие друзья, честно вам скажу, вот этот вот переход от Can't Buy Me Love к Oh Darling меня не то чтобы напряг, а просто настолько удивил. Молодцы, не побоялись, не испугались. Не в том смысле, что под Битлз никто не выступает, никто не поет. Ну, дальше переход к рок-н-роллу-то был абсолютно естественным. Но вот рисковали в какой-то степени. Но молодцы, молодцы. И в танцевальном плане, в хореографическом ничего так не резануло, да? Но вот сам по себе переход был неожиданным. Ну, молодцы. Битлз пели Can't Buy Me Love. Если не купили, то, по крайней мере, заслужили любовь. Так, выступление сборной Португалии. 13-675. Ну, оценка соответствует, по-моему, тем словам, которыми я сопроводил выступление этой сборной. Да, это вот из одной когорты выступления сборных Мексики, Египта, Португалии. А вот сборная команда Кореи. Здесь художественная гимнастика развивается намного интереснее. И кроме той же Сон, выступление, которое мы вчера видели, но многое ей не удалось. Конечно, вот выступление в групповых упражнениях корейских спортсменок очень интересно во всех планах. Сборная России единственная команда, которой удалось в двух выходах на ковер, в двух подходах к снаряду набрать больше 18 баллов. Хорошие, сложные переходы показывают спортсменки сборной Кореи. Такие оригинальные выбросы предмета. В хорошем движении находится лента. Здесь все синхронно, такой тройной выброс. Красивая, эффектная концовка. Olympia dritten und Vizemeister des vergangenen und vorvergangenen.
Jahres zweimal also auf Platz 2 und bei Olympia auf Position 3. Eine der Top-Teams auch hier bei dieser Weltmeisterschaft in Stuttgart. Die Gruppe, die wir jetzt hier als nächstes auf der Rückkampfrede gesehen werden. Hier nochmal die Wiederholung von Koreas ersten Auftritt. Und dann kommt ja zur nächsten Runde von Japan, die wir hier gleich angeschaut sehen. Es sind vielen Fans hier in der Porsche Arena. Hier also die Runde für Japan. Japan 17,316 Punkte. Jetzt ist es Zeit. Видим мы с вами сборную команду Японии и оценку, которую они получили, 17,316 тысяч. Готовится к выходу на ковер очень сильная сборная команда Италии. Итальянки, напомню вам, в многоборье в прошлом году на чемпионате мира были вторыми. София Лоди, Марта Пани, Андреа Стефанеску, Лерия Скьяви, Олеся Морелли, Камила Патриарка и Ариана Фаччинетти были тогда в составе сборной Италии. Из новых имен, наверное, только вот в этом составе, да, Лоди, Морелли, Панини, Патриарка, Стефанеску остались, и появилась Мартина Чентофань. То есть костяк сборная команда Италии сохранила. В групповых упражнениях, следом за сборной Болгарии, опередив команду Белоруссии. Здорово они выступили, итальянки. Сравнительный анализ оценок, да, и вот оценка 16-916, которую получила сборная команда Германии, да, она, ну, так, на перспективу в сумме позволит немкам обойти ту же сборную Китая, ту же сборную Соединенных Штатов, и, может быть, даже и сборную Белоруссии. Но то, что болгарки и японки будут иметь очень хорошие шансы это сделать, заработав выше 17 баллов, у Болгарии 17,783, у Японии 17,316. Ну, простая арифметика говорит, что до сборной России они пока не дотягиваются, но вот то, что касается тех, кто ниже, Испания, Израиль, Белоруссия, там может быть серьезное перераспределение мест. Ну что, очень хорошо выступили итальянки. Как положено, сквадра Адзура. Больше голубого и синего. Цветовой гамме их костюмов, их платьев. Тоже
Очень сложный был выброс. Очень хорошая ловля предметов. Ну, вообще, так, на хорошей амплитуде и прыжки выполнялись, и равновесия были хорошие. Так, сборная команда Кореи получает 15-650. 15-650. И это, по-моему, закрывает сборной команде Кореи какие-то перспективы на то, чтобы вмешаться в борьбу за распределение самых высоких мест. Сборная Украины, дорогие друзья. Алена Дмитраш, Евгения Гоман, Александра Гридасова, Валерия Гудим и Анастасия Возняк. Украина, по-моему, единственная команда на этом чемпионате, у которой нет запасных. И вот ошибка. Ошибка, очень серьезная ошибка с потерей предмета. Да, я уже говорил, суть командных выступлений, трагизм, если хотите, даже в каких-то эпизодах, это когда твоя ошибка становится карой, катастрофой для всей сборной. Ну что ж, завершили свое выступление спортсменки сборной Украины. Ну вот, если бы, конечно, не вот эта вот серьезнейшая ошибка, потеря предмета. Молодцы, screaming the fans of Ukraine, which means well done, team Ukraine, Украина. Auszeichnung bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land hat die Gruppe nicht das abrufen können, was sie der Schweiz. На своем, на домашнем чемпионате мира сборная команда Украины поднималась в групповых упражнениях на пьедестал почета. Тогда вот и Евгения Гоман, и Валерия Гудым, и Елена Дмитраш были в команде. Ну, тогда была еще Мазур, Прокопова, Шинкаренко.
Тогда испанки были первыми. Вот в упражнениях с 10 булавами. Испанки были первыми, итальянки вторыми. Украина была третьей. Так, сборная команда Греции. Ну вот что мы имеем, видите, да? Почти полбалла сборная России выигрывает у команды Болгарии. Ну это если брать по одному выступлению. Потому что у болгарок 17-783, у сборной России 18-016 было за выступление с лентами. Очень интересный переброс. Так, ну вот после выступления сборной команды Греции мы узнаем с вами оценки, а хотя уже есть, уже появились оценки украинских спортсменок. 16,4, вот только что появилась у меня на компьютере эта цифра, оценки сборной команды Украины. Так, вот гречанки 10-е, значит, еще две сборные, которых мы не видели. Сборная Азербайджана сейчас будет представлена. Не лучшим образом выступили азербайджанские спортсменки. 16-866 была их оценка за выступление с булавами и мячом. Что они нам покажут с лентами? Что, опять болеро Равеля?
да, как-то странно это немножечко выглядит. Наверное, должен быть какой-то обмен информацией. Ну, с другой стороны, ничего в этом предосудительного нет. Кто под какую музыку хочет, под ту и выступает. Если не вспоминать, скажем, такие неприятные ситуации, когда в позапрошлом году сборную команду Белоруссии представители этапа Кубка мира, который проходил в Баку, попросили не приезжать в Баку с музыкой из балета Хачатуряна Гайне «Танец сабли». Потому что, оказывается, Хачатурян — нежелательная фигура, и его музыка конкретно нежелательная персона в Азербайджане. Ой, что тут скажешь? Как поет Тимур Шаов, а тут скажешь только вах. Сместилось что-то в наших мудрых головах. Да, и сборная Белоруссии, кстати, была вынуждена заменить музыку. Потом, правда, вернулась к ней. Только как быть с бессмертным Муслимом Магомаевым, который огромное количество песен спел на музыку Арно Бабаджаняна? И вот команда Болгарии. Команда Болгарии, которая имела очень высокую оценку по итогам первого выступления, упражнения с лентами. Маевска, Тодорова, Найденова, Стоянова. И Камберова, да, Камберова. Да, очень многое зависит от выступления болгарской сборной. Ну, не скажу, что все, потому что еще есть сборная Италии. Так, конечно, вот в плане такого сценария, что ли, сегодняшнего выступления, сегодняшней программы на чемпионате мира, нам было бы намного интереснее, если бы сборная России выступала во второй группе, а не в первой. А так наши выступили. И вот теперь сиди и переживай за них 3 часа. Жди, как выступят соперницы. Но, правда, тут может сразу возникнуть вопрос, а есть ли у нашей сборной соперницы? Но это очень опасный вопрос. Очень опасна сама по себе постановка. Такая постановка. Ох, как здорово! И здесь неплохо. Да, классно работают с предметом спортсменки сборной Болгарии. Насыщенная, очень интересными элементами программа.
здорово. Аплодировать. Можно аплодировать, дорогие друзья. Даже несмотря на то, что мы болеем за сборную России, такое выступление болгарской команды достойно уважения. Еще раз напомню, у сборной России было 18,16 и 18,250. Вот за это упражнение получила наша команда. Болгарки за упражнение с лентами получили 17,783. Team Bulgaria, Bulgaria. Только оценки выше 19 баллов позволят сборной команде Болгарии представлять угрозу для нашей команды. 15,666. Сборная Азербайджана нам не угроза. Азербайджанки заняли сейчас восьмую строчку, но это ненадолго. Ненадолго, потому что их обязаны опередить спортсменки и Италии, и Болгарии. Так, сборная Польши. Поклонники сборной Болгарии сейчас продолжали скандировать «Болгария, Болгария», пока уже не раздал сигнал о том, что пора бы замолчать. Все-таки выступление начинается. Не можем мы отнести сборную Польши фаворитом этого турнира. Много было у них ошибок в упражнении с булавами и обручами. Оценка была невысокая, 15.033, и вот сейчас неаккуратная ловля предмета. Ну, она постаралась, конечно, но предмет приземлялся совсем не там, где ожидала спортсмен. И вновь на ковре замерла лента. Несколько мгновений была в бездыханном положении. Думаю, что в пределах тех же 15-15,5 баллов получат спортсменки сборной Польши за свое выступление. Так, ну вот появилась оценка сборной Болгарии 17,8. И это значит, что сборная Болгарии набирает 35,583 тысячных.
не догоняет сборная Болгарии нашу команду, у которой 266 тысячных балла. И остается, пожалуй, один единственный претендент. Это сборная Италии. Сборная Италии. У нее 17-716 было после первого упражнения. Итальянкам предстоит выполнять программу с лентами. Сборная Японии. Сборная Японии одна из двух команд, которые, если не реально, то, по крайней мере, теоретически претендуют на то, чтобы совершить чудо. Без помарочки не обошлось. Ну что, дорогие друзья, сборную Японии однозначно есть кому гонять. В хорошем темпе, в хорошем ритме провела она свое выступление. И главное, без заметных каких-то помарок. Сборная Кореи явилась сейчас в зале для того, чтобы представить нашему вниманию свою программу с булавами и обручем. Так, смотрим, что, какие оценки получила сборная команда Японии. Нет, пока не выставили. Пока не выставили оценки. Mine.
Ну, вообще, надо сказать, что фирменный знак выступлений вот азиатских команд, в первую очередь, касается сборных команд Японии и Кореи, конечно, это вот насыщенность такая техническая, усложнением, если хотите. Не всегда, правда, это оправдано, потому что иногда это в ущерб некой зрелищности, но, в общем, для Японии и для Кореи, вот для стилистики выступлений этих сборных, это норма. Ну вот теперь, ага, выставили, получила оценку сборная команда Японии 17-366, но до пьедестала японки не дотянулись, не дотянулись. Россия, Болгария, Испания. Так, ждем выступления сборной Италии. Конечно, это главная интрига. Ну, сборной Украины надо самое настоящее чудо совершить. Так, вот мы видим, японки довольны, счастливы, получили лицензию. 100% лицензия на Олимпийские игры в Рио заработана с такой оценкой, с таким выступлением, с таким местом главное. Representing Italy, Team Italia. Ну вот ждем и сейчас дождемся появление сборной Италии. Потому что ни сборная Украины, ни сборная Греции, ни сборная Кореи не сможет никоим образом повлиять на распределение мест. Это не конкуренты сегодня. А вот сборная Италии. Да. Ну, до первого места, еще раз говорю, сумасшедшие оценки должны быть, чтобы итальянки их получили. Невероятные оценки должны быть за 19 баллов, причем так хорошо за 19. То, что у итальянок есть все шансы сдвинуть Испанию с пьедестала. У испанок, напомню вам, было две оценки по 17-450 тысячных баллов. У итальянок первая оценка была 17-716. Хорошее фуэте, в прекрасном ритме, и работа, видите, какая была четкая работа лент. Сильная сборная Италии, что тут говорить, очень сильная. И попала в музыку, в точку, в окончание.
Ну что, как только мы узнаем оценки сборной Италии, все, можно будет говорить, что интрига сегодняшнего соревновательного дня на 34-м чемпионате мира по художественной гимнастике умрет. Касаться это будет исключительно, конечно, первой пятерки. Да, сборная Беларуси, которая получила очень хорошие оценки за выступление с обручем и головами 17-33. Если бы, конечно, не вот эти ошибки, грубейшие ошибки в выступлениях с лентами, когда сборную Беларуси наказали низкими оценками 16-383, они получили. Конечно, команда Белоруссии обязана была бороться за высокие места. Сборная Кореи получает 15 баллов. 30-650 и 15 место. 15 место. Да, очень-очень жаль, вы знаете, очень жаль, если кореянки не получат лицензию на чемпионат, а на Олимпийские игры. Сборная Украины. Как пики на кориде. Держала сейчас спортсменка булавы на пальцах. Да, начало, конечно, вот эта вот постановочная часть очень важна в каждой композиции. Знаете, как в синхронном плавании. Перед тем, как нырнуть в воду, спортсменки устраивают небольшое шоу на суше. Приблизительно то же самое здесь. Да, я сейчас больше внимания, конечно, не столько на выступление сборной Украины обращаю, сколько на компьютер, где должна вот-вот появится оценка сборной Италии. Так, ну вот, подсказывают мне коллеги, что у них уже почему-то появились, а у меня вот почему-то пока еще нет. Появилась оценка. Нет, у меня не хочет появляться оценка сборной Италии, но, как это принято выражаться, по инсайдерской информации, итальянки получили за упражнение с лентами 17-116. И не смогли потеснить сборную команду Испании с третьего места. А что самое главное, ну, в это верилось, конечно, с трудом, но вы поймите и меня правильно, дорогие друзья, мне тоже надо было поддерживать на протяжении этих двух часов после того, как закончила выступать сборная команда России, тоже надо было поддерживать некую интригу, переливая, может быть, факты из пустого в порожнее, но никто сборную России с первого места потеснить сегодня не смог. Как, впрочем, и по ходу всех соревнований на этом чемпионате мира, на 34-м чемпионате мира по художественной гимнастике в немецком городе Штутгарт, сборная команда Украины на ваших экранах. 16,4, которые украинки получили во время своего выступления с лентами. Всяких шансов лишили эту, несомненно, сильную команду
лишили всяких шансов бороться за медаль. Но вот теперь и у меня появилась официально подтвержденная информация, что сборная Италии на четвертой позиции. Итак, три лучшие сборные. Сборная команда России 36,266 балла. Сборная Болгарии 35,583 тысячных. Сборная команда Испании 34,90. Итальянкам чуть-чуть не хватило. 34,832 тысячных балла. 68 тысячных разделили сборную команду Италии и Испании. Ну, это наверное, одна десятая, одна тысячная в стометровке. Приблизительно то же самое. Сборная команда Греции. Последнее выступление сегодняшнего соревновательного дня. Сборная Греции. Ну как, на олимпийских парадах сборная Греции всегда открывает парад участниц, да? Но сегодня у нас не олимпийский парад. Сегодня сборная Греции завершает. Да, как бы уже не выступила сборная Греции, какие бы оценки она не получила, дорогие друзья, я от всей души поздравляю. Поздравляю всех вас с очередной золотой наградой сборной команды России. Всех тренеров, руководства федерации во главе с Ириной Александровной Ильиной. Поздравляю Анастасию Максимову, Яну Борисову, Дарью Клещеву, Марию Толкачеву, Софью Скоморох, Анастасию Татареву за прекрасное выступление, которое позволило нам забыть о неудачах прошлого чемпионата в Измире. И не совсем, может быть, убедительном выступлении на чемпионате мира в Киеве наших девушек в групповых соревнованиях. Сегодня они как опытные охотники так отстрелялись в первой группе, получили самые высшие баллы. Никому из соперниц не удалось, ну, близко удалось подойти к 18-бальному рубежу, но перевалить за 18 баллов не удалось никому. Гречанки тут теряют предметы по ходу выступления. Они могут претендовать, я думаю, на 12-13 строчку. Могут даже обойти сборную команду Азербайджана. Могут даже сборную команду Германии с командой Узбекистана обойти. 16,4. Ну, у Узбекистана и была низкая оценка как раз за ленты 15,7. И у немок была низкая оценка за ленты 15,650. Не безошибочным было выступление сборной команды Греции. Сейчас мы увидим с вами оценки. Теперь уже ждать некого. Теперь уже оценки будут выставлены выступавшим сразу. В повторе подобранные специально для нас моменты выступления сборной Греции.
резко. Да, давайте дождемся. Какую же оценку? 16-766. 11 место. Так, 11 место, это что? Они не опережают сборную команду Узбекистана и Германии. Так получается? Или же? Ну, тогда это не 11 место, тогда это 10 место. Да, вот тут вот есть маленькое, по-моему, несоответствие. Команда Греции, ага, 15-833. 13 место. Вообще ничего не понял. Так, да, сборная Греции получает 14 место. Ну, самое главное, это попадание. Для гречанок было в 15 лучших команд. Ну, а мы с вами, дорогие друзья, видим таблицу. Вверху на первой строчке сборная команда России. Пока все выстрелы в яблочко. Каждый день на всех пьедесталах почета вверху выше всех представительницы сборной России. Так держать. Ну что, дорогие друзья, завтра мы завершаем чемпионат мира в Штутгарте. Завтра мы в 2 часа по московскому времени начнем работать с соревнований, в которых команды будут представлять свои программы с 5 лентами, а затем 6 булав и 2 обруча. Для вас работал Григорий Твалтвадзе. До будущих побед, друзья!